часы, настенные наручные настольные, будильники, барометры, аксессуары, подарочные сертификаты. Часы – лучший подарок. Магазин «Часы», Первоуральск, Чкалова, 43. Мы дом купили, но... Да, купили дом. Ребенок в садик пошел. Да. Так, то все вообще вроде неплохой год был, да. В принципе. Ну, были, конечно, минусы там с QR-кодами и так далее, но живем, все хорошо. Есть ли какие-то уже намерения, там, желания, мечты на следующий год, что хотите исполнить? Да нет, ну, не знаю, нет пока. Чтобы, наверное, QR-коды эти отменили и все. Так-то. Ну да, чтобы можно было путешествовать более-менее. Спасибо вам большое. И хотели вас от компании Интера ТВ поздравить с наступающим Новым годом. Спасибо. Пожелать здоровья. Спасибо большое. Спасибо. Самое главное – здоровье в нашей жизни. А остальное – все приходящее и уходящее. А так все здорово. А что вот лично вам ваш инцидент 2021 принес? Не скажу. Нельзя говорить. Летний сезон. Весенний, урожайный в саду. Ну и здесь я уже хожу с ноября месяца, с первых чисел. Далеко хожу, по 10-15 километров. Вот, в основном все. Все здоровы, слава Богу. Правнучка здоровая, веселая, растет. Хотели вас поздравить. Так, а я вас уже поздравляю. Я поняла, хотели вам вручить витаминный подарок небольшой. Спасибо. Вот вам в ответ. Я работу нашла хорошую. Городская. Ну, мне не понравилось, что площадь так переделали. Поменял работу. Вернулся на завод, свой коллектив. Ну, в общем, все. Что ждете от следующего года? Есть какие-то планы, может, надежды, желания? Не знаю, купить квартиру, машину. Только светлые планы. У меня 70 лет было. Нормально все. Так. Все хорошо. Всем желаем здоровья, с наступающим Новым годом и всего самого хорошего. Это вам. Ой. С Новым годом. Спасибо большое. И вас также. С наступающим Новым годом. Здоровья, здоровья и всего самого-самого хорошего.